ты. Забрать ее домой. А у нас ситуация как происходит? У нас когда... Стойте, логика... ...нашего пользования услугой МТС предоплата. На вашем счету 1 гривна 58 копеек. Что, блядь, не видит нихуя, что ли? Пиздец, блядь! Пизду! Что, блядь? Ты что, ёб твою мать? На сезон, либо вовсе перебраться жить в загородный дом, нужно обеспечить себя теплом. Самый распространенный способ – это газификация. В плюсах, минусах и подводных камнях такой системы отопления разбирался мой район. А у меня на этом о газетах все. Через час полистаем женский глянец. Ростов вошел в пятерку лучших городов России по качеству среды проживания. Исследование качества городской среды проводилось в течение 2 лет Министерством регионального развития России во взаимодействии с Российским союзом инженеров, а также с привлечением Госстроя, Роспотребнадзора и МГУ имени Ломоносова. Его итог больной, блядь, генеральный рейтинг привлекательности российских городов, базирующихся на 13 индексах, отражающих основные параметры оценки качества городской среды проживания. В рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Добавлю, что по итогам рейтинга Ростов также признан... Thank you.
Че, ментов вызовите кто-нибудь? Хули он сейчас так переломает все машины тут? Нихуя! Да как он так, блядь? Вообще пиздец. Нихуя! Отсюда что ли летел? Ну отсюда вырулил, как он уебал эту тёлку. Я регистратор записал, надо было. Мой друг, и мне больно признаться.
Жукова. Чего они вышли? Поехали. Да я стою. Все пиздец. Малышка. Это кто тут стоял? Амон. Откуда они взялись вообще? Опа. Что такое-то? А ты-то куда пошел? Сиди здесь. Это жесть. Система премиум-класса. Исключительный комфорт для пассажиров. Jaguar XJ. Яркий стиль вашего бизнеса. От 2 миллионов 990 тысяч рублей. Стоимость Jaguar XJ Luxury до 30 сентября 2013 года. Подробности на jaguar.ru. Специальные предложения для корпоративных клиентов. Я футболист Вячеслав Малафеев. Для меня покупка апартаментов ЕС – отличный способ сохранить и приумножить свои деньги. Разумность инвестиций – недвижимость проверена временем. А с апартаментами ЕС это еще и просто. Покупаете апартаменты, управляющая компания сдает их в аренду, а вы получаете стабильный доход. Рекомендую. Апарт-отель ЕС сдается в этом году. Подробнее по телефону 702-42-22. Проектная декларация на esapart.ru. Проект группы компании «Пионер». Ты дура, что ли? Ты не видишь поворотник. А ты не видишь? Курица тупая, блин. Ты тоже самый умный? На, баран, блядь.